Алексей Адеев успел переспать с бывшей участницей. 13 мая 2022 года Алексей Адеев отличился с бывшей участницей «Дома-2», которая пришла на проект в качестве гостьи. В периметре засветилась Ирина Пингвинова с дочкой, Клава Безверхова с новорожденным сыном, а также Анна Брянская и Селена Майер, и тоже с ребенком. Если верить слухам, Аня была явно не против пообщаться с Алексеем Адеевым, и даже намекнула экс-бойфренду, что готова к детям и серьезным отношениям, вот только сам Леша предпочел ей другую. Еще на свадьбе свежей Екатерины Гориной и Артура Николайчука Адеев был замечен в компании Селены Майер. Тогда Алексей даже уговаривал молодую мамочку вернуться на проект в качестве участницы. Правда, сама девушка расценила это как стёб, а вот теперь готова рассмотреть предложение Леши. Тем более, что их общение набирает обороты, а дело даже дошло до волшебства.